Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по проекту Stacross микросистема. Хочу напомнить, что сегодня в 20:00 по Москве и Киеву состоится старт. Значит, прежде чем зайти, выжидаем несколько секунд. Далее нажимаем на вкладочку «Войти», авторизуемся. И нам нужно зайти вход в панель управления. Так, вот время сервера, как бы, вот на эту картиночку нажимаем. Значит, я вот сюда закинула 2 доллара. И вот здесь вот эта вкладочка «Ожидание старта». Вот она нам нужна. И в 20:00 по Москве и Киеву мы будем нажимать кнопочку. Здесь у нас будет отображаться очередь. Здесь активные участники. Вся статистика у нас будет здесь. Так, далее, что еще хочу я сказать. Есть скайп-чат. И смотрите, сегодня в 12:00 по Москве и 15:00, 12 уже первый час у меня. Значит, ну, на 15:00 я зайду. В 15:00 по Москве будут проведены брифинги в скайп-чате. Готовим свои вопросы. И в 18:00 по Москве и Киеву админская конференция. Ну, а в 20:00 это уже долгожданный старт. Я ссылочки оставлю под видео на скайп и на комнату. У кого есть какие вопросы, присоединяемся и будем задавать вопросы. Там все будет как бы рассказано. Конечно, надо послушать, потому что старт. Ну, это, в принципе, все. Пополняем баланс. Вот здесь вкладочка «Баланс». Ну, это вот статистика. Нажимаете «Пополнить». И выбираете. Так, ну, у меня как бы «Payer». Вот. Ну, выбираете, что у вас там оплатить. Ну, там по схеме все очень просто. Так, здесь вот маркетинг, перевод баланса, реф-программа находится, партнеры, вот, и что? Ну и личный кабинет. Главное, вот я вам сказала, вход в панель управления, вот сюда нажимать. Здесь профиль, обратная связь, управление баннерами, можно рекламить свои проекты. Я показывала, как, ну, рекламные материалы, рефералы и модераторы. Ну, на этом все. Всем нам удачного старта. Можно заработать даже без приглашений. Маркетинг, как бы, просмотрите. Все супер. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.